У меня к тебе было 1000 вопросов, мелких. Остался только один. По мере развития событий ветки так бывает. И у мужчин. Я читала, что люди держат эмоции и даже глубокие чувства. Красивые, выдрессированные монстры. Знаю, быть бездушным тоже искусство. Дождь фиолетовыми цветами отражает в лужицах светом. Позвонила бы подруге, маме. Но кто мне поможет советом? Вопросом открытым черчу горизонт глазами с полоской от туши. От ларька до машины забыла свой зонт. Хотя, как и ты, вроде уже и не нужен.